Думала Герда, оказавшись в темной пещере разбойницы. Я все объясню ей, и она поймет. Так и получилось. Выслушав печальный рассказ девушки, маленькая разбойница жалилась над ней. Но муфту все же забрала. И пусть Герда бы все отдала ради свободы и возможности продолжить свой путь. А путь предстоял не из легких.